بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا مبا. Как будет широкий? Вася широкий. Как будет облака? Или облако, наверное, сахаб. Часы или час, как будет? Са. Деревяшка как будет? А? Гусн это ветка, а деревяшка? Хашак, наверное. Самар, что такое самар? Самар, что такое? Самар плоды. Плоды. Как ты их по-своему, как ты их называл? Зимс. Ветка как будет? Аль-гусн. Так, апельсин как будет? Муртухаль. Что такое факир? Факир, бедняк. Бедняк. Ганам, что такое? Овца, нам. Как будет, может быть? Ля-алля, нам. Ля-алля. Как будет, падает? Падает, яскуту. Яскуту. Как будет, запаздывает или отстает? Ятахар. Как будет, наоборот, выходит вперед? Ятахаддам. Нам, ятахаддам. Как будет, радует? Радует. Нам. Ясурру, просто. Ясурру нет, радует меня, а просто радует ясурру. В чем-либо, как будет, в, внутри? Фи. Нам. Дело как будет? Аль-Амаль. Человек как будет? Аль-Инсан. Инсан это человек, это не лошадь, так, прошу не путать. Таиб. Нищий как будет? Аль-Факир. Овечка как будет? Аль-Ганам. Запаздывает как будет? Ятахар. А наоборот, приходит раньше? Ятахаддам. Так, или выходит вперед, точнее, так? Яскуту, что такое яскуту? Падает, нам. Что такое ас-сахаб? Облака. Нам. Вася, что такое? Широкий, да? Широкий. Так. Ветка как будет? Острый. А деревяшка? Хашаб. Аль-хашаб. В. Как будет предлог В? Фи, нам. Часы как будет? Аса. Нищий как будет? Может быть, как будет? Ла-алла. Таиб. Узкий как будет? Таиху, нам. Слабый как будет? Татарское слово. Даиф. Маленький как будет? Сагир, нам. Лодка как будет? Судно, нам, Асафина. Улица как будет? Шаря. Таиб. Машина как будет? Сайяра. Быстрый как будет? Быстрый. Ассария, нам. Моет как будет? Яхсину. Играет как будет? Ялагу. Память как будет? Устает? Красивый. Осел. Бык. Верблюд. Красивый. Ямин. Уядший как будет? Забит. Огород как будет? Там. Перед чем-либо как будет? Амама. Сзади? Или еще как? Сзади. Вараа. Лево, а право как будет? Ямин, а лево? Еще как? Ясар, нам, ясар. Я как будет? Мы. Нахну. Ты мужчина. Ты женщина. Он. Она. Вы двое мужчины. Антуна. Вас много женщин. Антунна, нам. Они двое. Ума. Они, мужчины. А женщины? Хунна, нам. Красивые как будет? Джамиль, нам. Кушает как будет? Приходит как будет? Яти. Три как будет? Девять как будет? А шесть? Ситта. Комната как будет? Школа как будет? Мадраса. Урок как будет? Все, ты уже одел, брат, очки, не надо вторые одевать. Смотри. А, ладно. Это... Все понял. Вода как будет? Нам. Мужчина как будет? Человек как будет? А лошадь? Пока еще не учили, поэтому. Ты не забыл, мы просто не учили. Нам. Стена как будет? Стена. Аль-Джидар. Аль-Джидар. Продает как будет? А? Ятабу? Продает. Ябиу. Ябиу продает. Таджир это кто? Торговец, который продает. Рыба как будет? Заходит как будет? Ядхулю. Выходит? Уходит?
А? Язхабу. Уходит, язхабу. А приходит? Яти, яти. Грех как будет? Солнце как будет? Луна. Аль-Камар. Дождь. Матар. Аль-Матар. Аль-Матар. Матар это аэропорт. Да. Аэропорт. Чистый как будет? Ан-Назир. Ан-Назир. Что? Прибыльный как будет? Рабихун. Рабихун или Рабихун? Рабихун, да. Бежит как будет? Кровать. Сарир. Сон. Сон, сон, ты. Сейчас так опять скажу, как было. Нет, ты скажи, как будет. Наум. 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 Река как будет? Нахр. Нахр. Поехали. Находит. Кто ищет, тот находит. Как будет? Еджиду. Еджиду, на. Покупает. Покупает? Да. Ештари. Садится. Ярко будет верхом садится. А садится сверху вниз? Еджису. А слышит? Я смогу. А играет? Я лягу. А покупает? Байб. Ахсанту. Давайте теперь заучим новые слова. Первое слово это предлог. Предлог ан. Ан, то есть от чего-либо. От чего-либо. От? Да, от. Ан это от. От чего-либо. Записали? От чего-либо. Анилла. Аль-Китабу Анилла. Это книга от Аллаха. Анкум. Анкум от вас. Мин и Ан здесь похоже будет. Похоже. Дальше. Кам. Кам это что такое? Сколько? Кам. Бикам почем? А кам сколько? Кам это вопросительная частица. Переводится как сколько. Следующее слово. Ан-Наджар. Ан-Наджар это кто? Плотник. Плотник, то есть который занимается деревянным промыслом, называется как ан-наджар. Берет дерево, необработанное, обрабатывает его и превращает его в определенный предмет. Так это такой человек называется ан-наджар. Следующее слово ад-даджаджу. Ад-даджаджу это что? Курица. Это курица. А? Можно с тамарбота, можно без нее. Можно сказать ад-даджаджа. Там работа на конце, можно сказать ад-даджаджу. Это курица. Следующий ад-дику. Ад-дику это кто? Петух. Ад-дику это петух. Ад-дику это петух. Следующее слово аз-дуджаджу. Аз-дуджадж это что? Стекло. Это стекло. Аз-дуджадж это стекло. Следующее слово самин. Самиинун это что? Жирный. Жирный. Да. Самиин это что? Жирный или толстый. Самиин. А слово сам. Сам это что? Жир. Следующее слово. Ассурату. Ассурату с буквой сад впереди. То есть изображение. Изображение. Ассура. Если было бы ассура, сура это что? Сура из Хурана. Это другая вещь. Если было бы син, да. А здесь с буквой сад впереди, ассура, то есть изображение. Говорят, ассура аль-футография. Изображение какое? Фотографическое. Ау-фидио. Фидио, то есть видеоизображение. Дальше. Аль-губару. Аль-губар это что? Что это такое? Шан. А? Шан, шан. Как это по-русски? Пыль. Да. Губар это пыль. Пыль. Знаете, как пыль. Пыль. Которая на улице, тузан, пыль. Тузан. Тузан, да, тузан. Тузан, глянь. Да, губар. Тын, это грязь на улице, тын, это грязь. Тынь. А губар, это когда пыль. На сухую землю что-то падает, поднимается пыль. Или проезжает машина, оставляет после себя что? Губар, пыль. Следующее слово. Тынь. Нам дальше придет. В других листочках. Следующее слово аль-китар. Аль-китар это что? Поезд. Аль-китар это поезд. Следующее слово «калилюн». «Калилюн» то есть «мало». «Мало». «Калилюн» – это «мало». Когда чего-то у человека мало, говорят «калиль». Дальше. Следующее слово, наоборот, «кафирун». «Кафирун» то есть «много». «Кафирун» то есть «много».
Следующее слово. Каслянун. Каслянун, то есть лентяй. Лентяй, который плохо учится или плохо работает. Каслянун. Это человек лентяй. Следующее слово. Баиун. Баиун — это потерянный. На, потерянный или пропавший. Пропавший или потерянный. Этим словом означают как предметы нематериальные, так и людей. Человек бая. Потерялся, без вести пропал. Или бая в смысловом значении какой? Пропащий. То есть он от него, на него нет надежды, что он принесет пользу, допустим. Так говорят, как бая. Бая. Дальше. Ядхаку. Слово ядхаку — это глагол смеется. Ядхаку — смеется. Бая. Ядхаку — смеется. Следующее слово. Ябрибу. Ябрибу — это что? Бьет. Кто много смеется, того обычно много бьют. Бьет? Нам. Ябрибу — это что? Бьет. Не пьет, а что? Бьет. Бьет. Да. Ударяет, то есть. Бьет. Ябрибу. Также это слово ябрибу используется в другом значении. Приводит. Ябрибу-ль-миталь приводит в пример. Что-либо приводит в пример. Тоже говорят как? Ядрибу. То есть он как бы ударяет пример тебе. И последнее слово в листочке. Я-аляму. Я-аляму, то есть знает. Смотри, много смеется, потом его бьют, и потом он узнает, что, оказывается, не надо было много смеяться. Я-аляму. Знает. Я-аляму знает. Ядхаку — смеется, потом ядрибу — бьет, а потом я-аляму — знает или узнает. Это, иншаллах, понятно. Сегодня что? Мы немножко задержались, так и необходимо мне уходить. Поэтому на этом завершим. Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфируллаха ва атубу илейк. Мало. Калилюн — это мало. Когда чего-то у человека мало, говорят калиль. Дальше. Следующее слово. Наоборот. Кафирун. Кафирун, то есть много. Кафирун, то есть много. Следующее слово. Каслянун. Каслянун, то есть лентяй. Лентяй, который плохо учится или плохо работает. Каслянун. Это человек лентяй. Следующее слово. Баиун. Баиун — это потерянный. На, потерянный или пропавший. Пропавший или потерянный. Этим словом означают как предметы нематериальные, так и людей. Человек бая. Потерялся, без вести пропал. Или бая в смысловом значении какой? Пропащий. То есть он от него, на него нет надежды, что он принесет пользу, допустим. Так говорят, как бая. Бая. Дальше. Ядхаку. Слово ядхаку — это глагол смеется. Ядхаку — смеется. Бая. Ядхаку — смеется. Следующее слово. Ябрибу. Ябрибу — это что? Бьет. Кто много смеется, того обычно много бьют. Бьет? Нам. Ядрибу — это что? Бьет. Бьет. Не пьет, а что? Бьет. Бьет. Да. Ударяет, то есть. Бьет. Ядрибу. Также это слово ядрибу используется в другом значении. Приводит. Ядрибу-ль-миталь приводит в пример. Что-либо приводит в пример. Тоже говорят как? Ядрибу. То есть он как бы ударяет пример тебе. И последнее слово в листочке. Я-аляму. Я-аляму, то есть знает. Смотри, много смеется, потом его бьют, и потом он узнает, что, оказывается, не надо было много смеяться. Я-аляму. Знает. Я-аляму знает. Ядхаку — смеется, потом ядрибу — бьет, а потом я-аляму — знает или узнает. Это, иншаллах, понятно. Сегодня что? Мы немножко задержались, так и необходимо мне уходить. Поэтому на этом завершим. Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфируллаха ва атубу илейк. И потом он узнает, что, оказывается, не надо было много смеяться. Я-аляму. Знает. Я-аляму знает. Ядхаку — смеется. Потом ядрибу — бьет. А потом я-аляму — знает или узнает. Это, иншаллах, понятно. Сегодня что? Мы немножко задержались, так и необходимо мне уходить. Поэтому на этом завершим. Субханака Аллахумма бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта. Астагфируллаха ва атубу илейк.
Поэтому на этом завершим. Субханакаллаху ва бихамдик, шадаллаху ла илаха илля анта, астагфируллаху ва атубу илейк.